от режиссера «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения». Пардон? Здравствуй, красивая. Я за пенсией пришла. К сожалению, менеджмент приостановил выдачу вкладчиков. Верни пенсию, бардас. И это что это у вас? Это у нас тут ограбление. Добрый день. Извините за беспокойство. Охренеть, нас грабит Абба. А я думал, они распались. В этом году. Слышишь, фраер, брось волыну, сейчас всех положу. Тон, ты что, Фрида, что? Мы так не репетируем, ты сейчас людей поубиваешь. Их попробуют лишить пенсии. Да успокойтесь, бабушка! Это так старуха бежать! Походу, бабке реально пенсия нужна. «Бабушка легкого поведения 2. Престарелые мстители» при поддержке остатков пенсионного фонда. Скоро в кино.